Дорогие друзья, уважаемые коллеги, Кастл переживает эпоху бурного расцвета. Позади остались тревожные 90-е, когда в Хасле были только Хлопков и Денегин, а страна была на пороге развала. Сейчас у нас есть АСХ, конкурсы, куча групп, дискотеки каждый день. Взять хотя бы меня. До Путина я не умел танцевать. Сейчас у меня А-класс по хаслу и мотоцикл. Помощь должна быть осязаемой. Все свои обещания относительно хасла Владимир Путин исполнил. Я не хочу дестабилизации из возврата к анархии к временам МФХ. Посмотрите на наших соседей. На Украине после оранжевой революции хасла не стало. В Грузии после прихода к власти Саакашвили о хасле не слышно ни слова. Я не хочу, чтобы моя страна была продана Америке по частям, а на дискотеках танцевали только West Coast Swing. А тем, кто хочет дестабилизации, кто хочет раскачивать лодку, кто не хочет, чтобы состоялся следующий чемпионат России по хаслу или, к примеру, следующая Лига Дубровки 31 марта, тем мы покажем Кузькину мать. Поддержите меня, друзья, и голосуйте за Путина.